Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Житель Агинского района, 29-летний Максим Федосов, приговорен к 17 годам строгого режима и будет обязан выплатить 2 миллиона рублей моральной компенсации детям погибших братьев Потехиных. В суде Федосов вел себя агрессивно, пинал решетку, требовал выгнать журналистов или же вывести его из зала суда. Только после того, как на него надели наручники и сообщили, что никто никуда выходить не будет, он немного успокоился, но протестовать продолжал. Не отвечал на вопросы судьи и не вставал во время вынесения приговора. Ранее присяжные заседатели, после того, как провели в совещательной комнате около 3 часов, вынесли свой вердикт в отношении Федосова и единогласно признали его виновным. По их мнению, он не заслуживает снисхождения. По версии следствия, как установил суд, преступление совершено 1 января 2014 года. Находясь в гостях у знакомых братьев Владимира и Василия Потехиных, Максим Федосов, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения, поочередно перерезал им горло. После этого позвонил матери, которая вместе с родственниками забрала сына с места преступления. Наказание Федосову назначено с учетом вердикта присяжных о снисхождении, с учетом смягчающих наказаний обстоятельств, является справедливым и соразмерным совершенным преступлением. Поведение вызвано санкцией статьи, то есть наказание существенное, 17 лет лишения свободы, с ограничением свободы 2 года. Суд учел его явку с повинной, признание вины и то, что Федосов ранее не судим. Александра Леонтьева, Анна Хвостова, специально для Забинфо.ру.